В Саратове прошел традиционный юношеский турнир по самбо памяти Султана Ахмерова. В турнире приняли участие более 250 спортсменов из 26 регионов России, а также самбисты из республик Беларусь и Казахстан. Спортсмены состязались в 10 весовых категориях в личном зачете. Кто занял высшую ступень пьедестала и получил главный приз, расскажет Александр Филин. Александр, вам слово. Спасибо, Елена. Тут, как говорится, никакой интриги. Первое место на турнире заняла команда Саратовской области. Впрочем, как и в прошлом году, поэтому переходящий кубок турнира остался в Саратове. Ну а мы перейдем к другим спортивным событиям. В Волгограде прошло первенство России по плаванию среди юношей в возрасте 15-16 лет и девушек 13-14 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены, попавшие в рейтинг 40 сильнейших в каждом индивидуальном олимпийском виде программы по итогам отборочных соревнований, которые проводились в субъектах России с 15 января по 15 марта 2014 года. Наша землячка Дарья Гутова стала серебряным и бронзовым призером первенства, покорив дистанции в 100 и 200 метров. Саратовские самбисты завоевали 4 медали на 3-й летней спартакиаде молодежи России. Второй отборочный этап прошел на днях в Чебоксарах. В личном первенстве спортсмены разыграли 18 комплектов наград, по 9 среди юношей и девушек. На счету спортсменов Саратовской области 4 медали. В своих весовых категориях призовые места заняли серебро Давид Тер-Абраамян, бронзовые медали на счету у Артура Артыняна, Михаила Стройкова и представительницы из города Балашова Дарьи Бурминовой. В командном зачете лучшие результаты показала сборная Башкортостана. Юниоры доказали свое лидерство среди 11 команд. На втором и третьем местах соответственно расположились команды Татарстана и Пермского края. 26 мая в Аргентине прошли командные соревнования «Этапка Кубка мира по фехтованию на шпагах». В мероприятии приняли участие 22 команды. В составе мужской сборной России Игорь Турчин завоевал серебряную медаль. Лучший результат среди россиян продемонстрировал спортсмен и в личных соревнованиях. В них участвовало 150 человек. У Игоря 15 место. Ну а на сегодня это все о спортивных событиях. Елена. Спасибо, Александр.